Добрый день. Сегодня 13 октября 2022 года, и я сейчас нахожусь в поиске туалета для своего кота. Я помню ваши комментарии. Помню, что многие писали, что можно заменить там бумагой, можно заменить древесными опилками, еще какой-то глиной. Я тоже все пытался сделать, скажу вам честно, и не смотрел на этот силикагель вообще, потому что он был дорогой. И вот когда я делал это, ну, экспериментировал, прям было ужасно, скажу честно, потому что вся квартира была то в глине, то в опилках в этих. Да, ну, про бумагу не скажу. Бумагу я еще там особо не стелил. Не всегда получается быть дома, когда кот нагадит, поэтому вот это вот силикагель, это прям мечта. А ведь я сегодня уже высокие кроссовки одел. Ну вот, нахожусь в поиске силикагеля. Посмотрим, найду ли я какой-то более или менее недорогой. Вот ВТБ был самый оптимальный вариант, но его сейчас нигде нет. А так, конечно, он уже везде стоит по 300 гривен. Прям ужас. После прививки чувствую себя уже хорошо. Все нормально. Вот сегодня проснулись с моей девушкой и прям бодрячком, скажем так. Но кто-то писал, что умирает через 7 дней, так что вот через 5 дней, может быть, что-то и может случиться. Давайте будем ждать и смотреть. Вот те люди, которые не пользовались силикагелем, попользуйтесь обязательно. Потому что это прям небо и земля. Запаха нет. Получается вообще у него, если кот сходит в туалет, то все нормально. Ничего не пахнет. Все становится таким, скажем, мумифицированным. Конечно, я стараюсь не доводить до этого, но всяко бывает. Ну, сейчас мы посмотрим, есть здесь этот силикагель или нет, и почем он. Нет, только здесь опилки, и все. Нету, к сожалению, силикагеля. Да, это нехорошо. Кстати, вот еще вот ВТБ продается такая паста. Она, конечно, не дешевая и дорожает, все дорожает, но, блин, она очень крутая, поэтому кто вот ищет хорошую пасту зубную, блендомет, вот этот 3D White, прям я столько лет прожил и наткнулся на нее, и теперь не могу пользоваться другой никакой. Эксперимент продолжается, мы уже с вами на Таирова, тоже подъехали в ВТБ. Ну и сейчас будем пытаться найти там силикагель для кота, туалет. Мне просто стало интересно. Мне, в принципе, по пути, не то чтобы я искал его по всему городу, этот туалет. Просто интересно, вот есть он в ВТБ или нет. Потому что АТБ — это такая сеть, она типа не лакшери. И прям я задаюсь вопросом, почему этого туалета нет. Так, смотрим здесь. Тоже нет, судя по всему. Это проклятие, я вам скажу. Как так жить коту-фараону без туалета? Да. Не, ну не то, что без туалета. Естественно, мы ему купим в другом месте, в том же самом Силипо. Но вот такая вот картинка, видите? Прям не купишь, не укупишь. Сейчас есть такие вещи, которые есть в одних магазинах, но их нет других. Вот так вот, чтобы что-то купить, надо ездить по городу. Мы на деревянка, в панораме. Будем пытать сейчас свое счастье здесь. Так вот дорого писить котам и какать. Знаете, там где 300, там 400, там где 400, там и 500 гривен. А 400 гривен — это уже 10 долларов. Так что считайте. Так вот на месяц хватает этого туалета. Сейчас глянем, почем он здесь. $345. То есть здесь он уже в космос летит. 3,8. Здрасте. Эти 345 гривен в магазине, в зоомагазине. Продавцу рыбного отдела подойти на рампу. Продавцу рыбного отдела подойти на рампу. Короче говоря, вон в Сильпо не так и дорого, видите?
280 там стоит. Конечно, интересная вся история сравнения стоимости туалета для кота. Ну, раз уже завязались, так завязались. У меня сейчас немного времени есть, так что можно посмотреть, заняться этим. Я вам открою секрет. Вообще в Таврии он такой немножко бомжиный магазин, как по мне. И здесь вот, вот это вот туалет этот кошачий, он в каких-то бутылках таких непонятных. И стоил тоже всегда очень дорого. То есть изначально здесь цена была как-то на него завышенная. Но чем черт не шутит, давайте глянем. О, так, 3,8, 431 гривна. Еще поехали мы, в космос полетели. И с розовым оттенком он 400 по скидке. Вот такие вот вам реалии Котолюбов. Вот эти бомж-бутылки, смотрите, Еврогрупп. Так, это оно или не оно? А, да, вот 3,6 литра, 263 гришки. Вот, если вам повезет, можете купить такую вот историю. Я же лучше в Сельпо куплю. Вот, а в этом никакой эстетики вообще нет. Ну, короче, эксперимент указывает на то, что мы перешагнули через вот эти вот 300 гришек уже давно за 3,8 литра. И все. Назад пути нет. Будет только дорожать. И кота Фарона придется... Кота Фарона придется, конечно, приучать, видимо, к унитазу. Маленького кота будет ходить на унитаз у нас, будет смывать учиться. Да, шучу, конечно. Вот такая вот вам история небольшая про цены в магазинах на кошачий туалет. Если кому-то будет интересно, поставьте лайк. Я знаю, что очень много у меня людей, которые любят котов. Вот. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться с Одессой. Всего вам хорошего и до нового видео.